Здравствуйте, друзья. Письмо получил. Я выиграла Divi 2017. То есть еще бог знает когда выиграл. Боюсь ехать из-за супервулкана Йеллоустоун. Изучила много информации, и все говорит о том, что вулкан проявляет тенденции к извержению. Вот-вот рванет, и это полностью уничтожит США, и другим странам мало не покажется. Власти замалчивают это, чтобы не поднимать панику. Американская элита строит подземные города для себя. Меня родители не пускают в США из-за этого вулкана. Люди, кто там живет? Что вы слышали об этом всем? Неужели все правда? Такой вот вопрос, друзья. Сейчас ответим. Мы утаивать ничего не будем. Тем более девушка молодая. Ей жить и жить. Значит, и начну я свой рассказ. Не случайно начну, а начну с анекдота одного. Потому что он важен в понимании ключевых моментов этой истории. Значит, анекдот такой, что плыл круизный лайнер, так плыл себе, никого не трогал. И вдруг, значит, стоит капитан, это его положено, на капитанском мостике. Так, значит, изучает горизонт, и вдруг видит подводная лодка. Какая-то, не поймешь какая, выходит и жах торпедой, прям в круизный лайнер. Ну, так, там не то, что в одну секунду торпеда доплывет, но, в общем, понятно, что кранты. И он боцману там по рации говорит: слышь, боцман, говорит, такое дело, вот торпеда. Давай, говорит, публику развлеки. Ну, напоследок, чтоб уже, знаешь. Боцман выходит на палубу, где там публика в это время веселится. Значит, он говорит: внимание, минуточку, прошу внимания. И говорит: уважаемая публика, говорит, пари, я сейчас тряхну, даже не знаю, как сказать-то, ну, девушка, ну, а что делать? Яйцами, говорит, тряхну, так, что корабль развалится. Это такое чувство юмора, да, это тонко. Значит, ну, и все просим, просим, браво, значит, публика вся восторженная, и он, значит, выходит, как тряхнул. Ну и все это бах, тарарах, все это развалилось, значит. Ну и так в воде там, ну кто живой, значит, они там в воде. Ну и боцман там за какую-то деревяшку уцепился. И капитан тоже что-то в нем там при нем было. Так он подгребает к боцману и говорит: а ты, боцман, здоров яйцами трясти. Говорит, торпеда-то мимо прошла. Понимаете? В этом, казалось бы, не относящемся прямо к истории анекдоте, в этом анекдоте есть ответ к вашему вопросу, на самом деле. Мы сейчас разберемся, каким образом это отвечает на ваш вопрос. Вот спросите себя, что страшнее? Торпеда, которая может пройти мимо, может вообще в кого-то еще попасть, может вообще это и не торпеда, а так, понимаете, челнок какой-нибудь. Вот. Или вот этот боцман. Потому что боцман, он всегда там. Вот ты думаешь, тут торпеда, там еще что-то. Здесь, а вот он, боцман, вот он тут, и он как тряхнет гениталиями. И кранты всем. Понимаете? Поэтому, на самом деле, люди делятся на две категории. Ну, из тех, кто задумывается. Потому что есть люди, которые вообще не задумываются, им проще жить, они вообще просто живут. Вот я такой, я вообще не думаю, живу с удовольствием. И всем тоже советую. Но если человек начал задумываться, то главный вопрос, на который он должен себе ответить, и вот и девушка сама тоже, и, может быть, даже ее родители, которые ее не пускают, значит, что страшнее, боцман или вот эти вот непонятная торпеда? Ну, в нашем случае, вот, допустим, вулкан, да, в качестве торпеды у нас вулкан, а в качестве боцмана у нас сейчас есть в Белом доме, вы знаете, вот, трясет чем может. Но пока как-то видно, там нечем особо так, такое впечатление, пока как-то он так кричит, сейчас тряхнул, как тряхнул, а так вроде пока, вроде многие говорят, там ему и нечем трясти особо. Вот, но почему ваши родители, я думаю, почему ваши родители гораздо больше внимания
значит, уделяют вот торпеде, а не боцману. Ну, в смысле, вот, почему они говорят, ты туда не едь, там сейчас как рванет. Они говорят вам, ты туда не едь, там сейчас вот такой вот боцман вышел там на мостик там или куда он там, на палубу, сейчас как рванет, как тряхнет. У вас, конечно, понимаете, почему им боцман менее страшен? Потому что у вас свой есть. У вас там есть свой боцман, который трясет этим делом. И как трясет, понимаете? Вот. И там вокруг него еще пацаны тоже есть, и они трясут. Они вместе так встанут, так и трясут, понимаете? Вот. И вы привычные. Вы говорите, это нормально. Это же нормально. Вам всем этих подавай. Природных катаклизмов. Потому что человеческий, вы с ним нормально живете. И как бы вроде жить можно, правильно? Жить-то можно. Ну, родители спросите, они скажут, что можно. Поэтому, отвечая на вопрос, как бы буквально отвечая на вопрос, задумайтесь на вот над этой проблемой торпеды и боцмана. Задумайтесь, что страшнее. Вот, и так это решайтесь. Дело в том, что многие люди стремятся в Соединенные Штаты только потому, что своего боцмана они знают и боятся, а в американскую торпеду не верят. И в американского боцмана худосочного, там, который все больше там в Твиттере трясет этим делом, тоже не верят. Понимаете? А вот этого хорошо знают и таки да боятся. Понимаете? Вот это исторический опыт такой. Да. В общем, смотрите. Что еще сказать? Я, в принципе, так, если уже еще обобщить дальше, считаю, что никакой обязанности ни у кого в мире нету, чтобы вот так взять и поехать в США. Я уже не говорю о том, что и у США нет никакой обязанности кого-то принимать. Ну, так вроде принимают, там, любят это дело, любят. Это фактически такой американский либеральный способ трясти вот этими вот, ну, что там, чем все трясут. Вот они вот так трясут. Они говорят, приходите, трясут. И все говорят, сбегайтесь на наш звон. Вот этим, чем мы там трясем. Все приходите. И народ сбегает. Никакой обязанности у вас нет. Так. И можно и не ехать. Я вам больше скажу. В том смысле, в каком? Не едя в США, будучи победителем грин-карт лотереи, вы освобождаете место для тех людей, которые с радостью бы поехали, которые вот боцмана тамошнего боятся больше, чем вот этого боцмана вместе с его торпедами. Ну, в смысле, с вулканом Йеллоустоунским. Поэтому было бы честно и благородно не ехать никуда, потому что вам абсолютно нехрена здесь делать. Это я вам серьезно говорю. Я как человек, который ну, как бы много чего видел, знаете, тут много лет уже тоже трясу этим тестированием программного обеспечения. Вот, значит, я не представляю, зачем вам сюда, честно. Вот как-то еще ритуал, что ли, такой. Там принимали заявки и ритуально подала, а потом думает, что это я, зачем это я, понимаете. Многие так замуж выходят, знаете, так думают, а что это за этого козла замуж выходил? Еще троих детей от него родила. Сама не заметила как, понимаете? А потом расхлебываю. Чем он там тряс, чем она трясла, я даже не знаю. Трое детей. Ой. В общем, короче, сидите дома, не рыпайтесь. Родителям привет передавайте. Вот. И можете пропустить рюмочку за мое здоровье. Счастливо.